Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников Джеймс-Жак Жозеф Тиссо «Адам и Ева, изгнанные из рая». Около 1902 года, картон, гуашь 22/31. Работы Джеймса Тиссо иллюстрируют библейское повествование практически покадрово, запечатлевая все важнейшие сюжетные повороты. Такой способ, возможно, отчасти сложился под влиянием кинематографа, изобретенного в 1895 году. Живопись Тиссо, в свою очередь, повлияла на экранизации библейских сюжетов, начиная с таких режиссеров, как Гриффит, и заканчивая Стивеном Спилбергом. На данном листе изображена сцена изгнания Адама и Евы из рая. Некоторое время назад они могли беспрепятственно находиться в райском саду, соблюдая лишь одно условие – не есть плодов с дерева, познания добра и зла. Герои нарушили божественный приказ. Создатель изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского херувимов и пламенный меч, обращающийся, чтобы сохранить путь к древу жизни. Известно, что в этой картине отразились личные переживания художника. По всей вероятности, обращение Тиссо к библейским сюжетам было спровоцировано трагической гибелью его 26-летней подруги Кэтлин Ньютон. Ее облик мастер не раз воспроизводил в женских образах своих полотен. Так изгнанная из рая Ева имеет черты Ньютон. Ну, вот такое описание нашел в интернете к работе художника Джеймс-Жак Жозеф Тиссо «Адам и Ева, изгнанные из рая». Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.